До конца недели в Первой городской больнице будет запущена система, производящая медицинский кислород. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин. Система, которая устанавливается в Первой городской больнице, это не требует поставки кислорода. Это большой кислородный концентратор, который прямо на месте производит кислород. Когда он введен будет? Я надеюсь, что он будет к концу недели введен в эксплуатацию. Уже сейчас проведены там все работы. Кроме того, как сообщил вице-губернатор, в Севастополе продолжается создание запаса медицинского кислорода на время новогодних праздников. По его словам, уже закуплено 100 баллонов кислорода. В ближайшее время ожидается поставка еще 100 баллонов из Краснодара. Мы закупили достаточно большое количество кислородных концентраторов. Это индивидуальные концентраторы, которые в случае там перебоев с поставками могут быть включены в работу, и человек будет все время на кислородной поддержке.